Давайте сегодня поиграем мы в Tabs. Здоровенный ящик. Я не знаю. Так. Здоровенный ящик. Лаз. Так, давайте сегодня попробуем вот эту вот компанию прийти. О, она как-то уже что-то такое прикольненькое. Так вот и начинается наша великая битва за здоровенный ящик. Потом конкурс разобрал. Угу. Эх, вот эти вот. Ну ладно. У нас тогда... А, смотрите, какая жесткая мафия. Такая хорошая, как и прекрасная мафия. Всё, мы всех почти разобрали. Сейчас только вот это. Так, вот это вот у нас уже сложная тачка. Ну так, помнишь, мы такой нас клеим. Походу в этой компании что-то видит только. Ну ничего страшного. Это ведь тоже такие вот. Такие хитрые обобранные. Мы. Два горба одного человека. У нас уже деньги закончились, ой, там ничего не ставится.
вот этих. Он там бегает и упал, короче, на школу. Он. Давайте, если конь падает, то возьмем лучников на этого коня. На коня-то тратится. Ну, чтоб они сдали, там постреливали, а то чувак ушел. Одного убили уже, вот этого, и второго, и третьего. Он, убили. Сейчас, уже троих. Все, всех убили. Так что давайте переходим на следующую карту. О май. Кстати, это последняя катка. Так, давайте вот раз, два, три, четыре, раз, два, раз, два, три, четыре, раз, два, два, блин, я сказал. Давайте, да, вот так вот, еще два вот этих, давайте, может они нам помогут, там мечников мало, они зажнется, тем более под охраной, прям такой, наивысший. Жнец один и коня сможет убить, так что я коня вот поэтому и не поставил. Видите, какой у нас отряд лучников? Только у нас есть лучник, который мало заряд. Очень долгая. Не малая, а долгая супер. Вот, они себе покупают из-за этого. Нужно, чтобы такая хорошая зарядка была быстрее. Жнец свалился, походу, да? Так, некоторые остались, некоторые просто уходятся за колеса куда-то. Так, нам пипец. Попробуем поставить мастера здесь и просто таких вот мечников. Нам главное сейчас жнеца вырубить. Нам уже нет, все испортит. Всю нашу затею. Жнеца стреляет, пацаны. Ну ладно, жнеца может вырубить коротмастера. Это не знаем. Там какой-то один челик остался. Там не надо было челика остаться. О, мы жнеца вы этот. Ну, короче, убили.
Так. У нас остался один челик, вот этот вот. Ну, что-то видите, человек застрялся. Не понимаю, ладно, всем пока. Пока всем!